Две индийские девушки прославились своим мужеством, дав отпор агрессивным мужчинам, домогавшимся их в автобусе. В салоне находилось множество пассажиров, но они безмолвно смотрели на происходящее. Водитель также делал вид, будто ничего особенного не происходит. Как позднее рассказали пострадавшие, пассажиры даже советовали им не сопротивляться. «Каждая девушка должна быть такой же храброй, как эти сестры. Я уважаю их храбрость», — говорит депутат парламента. Девушки будут награждены премиями в $500 каждая. Правительство проведет расследование этого дела. После того, как видео произошедшего было выложено в интернет, полиция арестовала подозреваемых. 2 года назад в ходе подобного инцидента в автобусе в Нью-Дели группой мужчин была избита и изнасилована студентка, которая скончалась позднее от полученных травм. По статистике, изнасилования в Индии совершаются каждые 22 минуты.